Колесо обозрения в Будапеште превратилось в ресторан с надежным социальным дистанцированием. Ужин в экзотических условиях организовало местное заведение, отмеченное звездой Мишлен. В каждой кабинке могут находиться только члены одной семьи или друзья. Сейчас очень важно, чтобы гости были отделены друг от друга, поскольку так безопаснее. И для этого идеально подходит колесо обозрения с отдельными кабинками. Из-за пандемии и карантинных мер выручки ресторана сократились в 10 раз. Колесо обозрения тоже пустует, поскольку нет иностранных туристов. Ужин принесет немного прибыли и ресторану, и городской достопримечательности. Гостям подают по 4 блюда. Их общая стоимость – $155. Билеты на ужин разлетелись за несколько дней. Безопасность важна, но, думаю, развлечения также очень нужны. А в таких обстоятельствах, когда находишься в закрытом помещении с близким человеком, опасности нет. На ужин пришли в основном состоятельные люди, которые во время пандемии соскучились по привычным развлечениям. Раньше мы довольно часто ходили в рестораны, даже в такие, которые отмечены двумя звездами Мишлен, но из-за COVID перестали ходить. Владелец ресторана планирует повторить такое же мероприятие весной, когда станет теплее. Но и сейчас прохладный октябрьский вечер не отпугнул гостей.